Вот основная канава, в которую сливается вода с теплового насоса. Тепловым насосом можно отапливать вот такой дом. Сосед отапливает. Все хорошо, как у меня. Сейчас посмотрим. Канава возле дома, куда сбрасывается вода. Что с ней стало? Опа! Стройка. Куча песка еще навалены. Вот она канава. Ничего не замерзло. Все сливается, все хорошо. И здесь у меня скважина. Не видно. Тоже не замерзло. Все хорошо. Так что тепловой насос работает. Сейчас 3 января. Температура еще теплая. Сейчас посмотрим. Сколько у нас минус? Минус 2-3. До минус 10 вечера. Смотрим, что с тепловым насосом. Стройка. 23 градуса. 9. Отключается. Сейчас я поставил на температуру 20 градусов. Интересно посмотреть. И температура теплоносителя на 39 градусов. Интересно посмотрим, будет экономия или нет. Так-то все потестировано, все нормально, все работает. Температура в доме. У нас 23 градуса. Вот. Вот я приобрел еще один кондиционер за 4000 рублей. Компрессор 2,2 киловатта. Будем экспериментировать.